Мобильный комплекс стоматологической помощи уже пятый год стоит на вооружении профильной клинической поликлиники Самары. Аналогов этому уникальному кабинету на колесах в городе нет. Работает он как на территории областной столицы, так и по региону. Главная задача передвижного комплекса и специалистов – профилактика стоматологических заболеваний у детей. Проводится профилактический осмотр и профессиональная гигиена полости рта. То есть профилактический осмотр необходим для того, чтобы выявить стоматологические заболевания и предотвратить осложнения. Мобильность – главное преимущество комплекса. С помощью него специалисты проводят профилактические осмотры на выезде, например, в летних лагерях во время оздоровительной кампании или в домах ребенка. Оснащение комплекса ничем не отличается от традиционной приемной стоматологов. Знакомое многим кресло с лампой, инструменты и аппарат для их обеззараживания и стерилизации. Есть все удобства. Работает кабинет на колесах с апреля по октябрь. За одну смену комплекс способен принять до 40 детей. Каждому здесь способны найти подход и развеять миф о страшных стоматологах. Бояться ходить в такие места, я считаю, вообще не надо. Потому что стоматологи, они всегда пытаются быть с тобой добрее и никогда не хотят причинить себе зла, они, наоборот, пытаются сделать лучше. Во время осмотра специалисты комплекса выявляют такие стоматологические заболевания, как гингивит, кариес, стоматит, пульпит и другие. После профилактики ребенок, если нужно, получает направление в поликлинику, где проходит лечение полости рта. Михаил Ермоленко, Игорь Казановский. События.